идем искать Лизу. Куча, где Лиза? Лиза где-то там. Немножко неудобно идти, поэтому идти нужно в тапках. И вот. Нам это место уже хорошо знакомо. Кому-то хорошо, кому-то не очень, но нам очень хорошо знакомо. Это пляж Пальмахи на Средиземном море. Так, это Гуччи, наш собачка лысый Гуччи. Пойдем, где Лиза? Вот там Лиза ищет ракушки, а вот там, смотрите, ворона. Вот эти вот лужи невероятно теплые. Очень классные они. На камнях нагрелись и очень теплые. Вон Гуччи немножко не знает эту территорию, он боится, переживает. Но мы сейчас найдем Лизу, которая там уже виднеется на горизонте близками, играет. А она ищет ракушки. Гуччи, где Лиза? Вот Лиза. Гуччи нашел Лизу и пошел дальше искать кого-то, собаку, видимо. Вот Лиза. Гуччи нашел Лизу. И сейчас Гуччи и Лиза будут искать ракушки. Да, Лиза, ты ищешь ракушки? Покажи. Она давно застряла. О, очень. О, какая-то историческая ракушка, которая приросла к камню. Я не хочу сейчас. Слушай, она, по-моему, уже срослась с этим камнем. Да, нет, я смогла. Да? Смотрите, идет большой собака. Подойти к этому медведю и немножко. А, ты сломала эту ракушку, которая. Ой! Смотрите, как он играет. А! Он Гуччи убежал к папе. Нет, он немножко боится этого медведя. Что ты, Миша, ты такой страшный, но ты что? Оп, оп, оп. Так. Я пойду в эту лужу. Какая теплая вода. Сейчас уже немножко ветрено. Эту ракушку. Мне кажется, она прям приросла к камню. Ну что, не помоги Лизе. Я думаю, что сегодня я ее. Я не думаю, что до завтра у нас есть возможность здесь остаться. Малыш, ты что-то в лапку себе загнал или что? Смотри, он как-то выходит. Надо посмотреть, что у него с лапками. Или это из-за воды? Смотри, как он... Смешно, как он по камням попрыгал.